Добро пожаловать, гражданин референт. С новосельем вас, гражданин референт. Вы в министерстве на первом этаже сидели, а здесь четвертый. А, с повышением вас, значит, с повышением. А что это вы мне в глазки не смотрите? Или я вам 2000 не додал? Начальник, давай мою баланду с утра не жрамши. Начальник, гражданин референт, обед с кувертами, с блюдовкой и заразной. Слышите? Референт кушать хочет. Ну чего тебе? В обед референту. С китайским кормишь, а? Я идиот! Я кретин! Я кретина! Я поверил, что у советской власти могут быть такие вот референты! Я кретин! Я вот! Я кретин! Вот! Большая жирная вошь на теле нашего социалистического общества! Я кретин! Я таких, как ты, за 100 грамм нанимал! За четвертинку! Могилы копать в дождливую погоду! Рыло! Рыло! Каторжник! Рыло! Кончай баловать, гомосеки. Все, короля. Чему я не восторг? Чему? Что, не дорожный папа, что ли? Нет, Гриша, ты не Иуда. Ты Иуда, Гриша, зачем ты меня заложил? Зачем? А что бы ты сам делал, если бы тебе корячил в 3 или 10? Что, выбрал бы себе красивую? Нет. Что сейчас-то лаешься? Не лаяться буду, я, сука, тебя сгнаю здесь, как поганую крысу. Гриша, где вы научились такой фене? Друзья мои, какие педагоги сиживали здесь прежде? Какие? Ладно. Не будем сморкаться в жилетку и спросим себя, зачем человеку тюрьма? Тюрьма дается человеку, чтобы он имел возможность посидеть и имел время хорошо подумать. Вот я подумал, и у меня для вас такое предложение. Такое предложение. Это такое дельце, за которое вы будете благодарить меня всю жизнь. Только без твоих поцелуев. Значит так. Зачем? У нас ничего нельзя купить, но все можно украсть. Вот. Ha ha ha.